Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими до подготовки и слаживания тактических подразделений. Но большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реально боевого опыта. Отдельно обращу внимание, что командиры подразделений Вооруженных сил Украины и Нацгвардии, в состав которых попадали наемники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев. Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и иностранцев, значительное число наемников предпочитает поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж. Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ожидает, это уголовная ответственность. Экстренные попытки киевского режима гарантировать наемникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений Вооруженных сил Украины или Нацгвардии, или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут. Most of the ex-serving, whether it's the Navy, Army, Marines, even the Air Force, some guys were there, you know, they were, you know, within a decent age, 30 and above, but there was a lot of young guys who have never been in any serving military, had no any military training at all, you know, kind of Call of Duty type people. I would say 20 plus British have died. It's a very different kind of war to anything everybody out there's experienced, even some guys who have been to Afghanistan, Iraq, numerous times. It's a completely different kettle of fish.